Пилигрим представляет. Вася Обломов. Герой рок-н-ролла 21 века. Мастер слова. Поэт, исполнитель взорвавшего рунет-хита «Еду в Магадан». С 16 по 20 ноября в Германии. Вас ждет смех сквозь слезы. Издевательская общественно-политическая сатира. Размышления о том, что и почему любит российский народ. А также ответы на ваши вопросы. Скучно не будет, это точно. Билеты на странице организатора www.pilgrim.eu.